35-я береговая батарея в июле 1942 года стала последним оплотом обороны Севастополя. Окруженная немецкими захватчиками, отрезанная от подкреплений, она не смогла сдержать натиск превосходящего по силе противника. Боевой дух и несгибаемая воля ее защитников эхом пронеслась через поколения. 70 лет спустя, в феврале 2014 года, здесь, на этом священном для всех севастопольцев месте, был сделан первый шаг на пути в родную гавань. Именно здесь была подготовлена и утверждена заявка на проведение митинга народной воли на площади Нахимова 23 февраля. Это событие стало отправной точкой, моментом, благодаря которому история Севастополя дополнилась новыми славными страницами. Их написали люди, не побоявшиеся выйти и открыто заявить о своей гражданской позиции, о непринятии условий самопровозглашенной украинской власти, о том, что Севастополь намерен стоять на своем. Привлекали мы людей, ну, скажем так, звали на митинг, объясняли ситуацию, что вот переломный момент, если сейчас не поднимемся, то будет совсем все плохо. Страх был? Страха не было, но в пророссийском движении мы все были очень давно, долгие годы и суды, и даже в тюрьме посчастливилось посидеть, страха не было. А вот понимание переломности момента было. Севастопольцы в те дни действовали по зову сердца. Многие не знали, какими могут быть последствия. Не было и четкого понимания, как много горожан откликнутся и выйдут на улицы города. Это был исключительно волнительный день, а поскольку я был одним из тех, кто вот занимался организацией этого митинга, ответственность была гигантская и на мне, на боевых товарищах, на всех нас, потому что количество людей на площадь, которое пришло, мы его даже не ожидали. Мы с Валерием Ивановичем Володиным сначала написали в нашей заявке 5000 человек, потом написали 2000 человек. Понятно, что пришло бы намного больше, но мы даже тогда не представляли себе, что будет запрошена вся площадь, прилегающие улицы, Матросский бульвар, что будет такой гигантский подъем. И когда прозвучала песня «Страна огромная», вот тогда я понял, что вот оно, Севастопольское, 22 июня. Решающим фактором, позволившим Севастополю отстоять свое право на самоопределение, стал дух города-героя и верность горожан заветам своих предков, уверена сенатор от Севастополя, активный участник событий русской весны Екатерина Алтабаева. Очень часто говорят, что тогда, когда эти все события происходили, мы просто чувствовали присутствие защитников города, первой обороны, тех, кто воевал в Великую Отечественную войну, наших адмиралов за нашими спинами. Но сейчас наступило такое время, когда мы должны их защитить. Потому что чудовищная фальсификация истории, которая происходит, это совершенно недопустимо. Это оскорбление нашей памяти. Севастопольцы готовились оборонять родной город до последнего. Организовывались блокпосты, мужчины патрулировали города, в то время как их жены и дочери обеспечивали народных дружинников продовольствием. Севастопольцы, в отличие от других, они терпят до определенного предела, а потом говорят, что нет, дальше отступать некуда. Вот это вот позиция, когда мы понимаем, что вот она, критическая точка. Всем севастопольцам тоже огромная благодарность за то, что мы все вместе сделали. По мнению Михаила Развожаева, именно благодаря бесстрашию и железной воле севастопольцы смогли вернуть город-герой и весь Крым в состав России. Ну, можно по-разному говорить, можно по-разному оценивать. Но люди, которые в исторический момент принимают решения, которые не боятся принимать эти решения, которые объединяются, которые четко понимают, что следуют зову сердца, они и формируют историю. И история была сформирована. Новейшая история России была сформирована в Севастополе 23 февраля 2014 года. Во время поисковых работ в бывшем окопе на 10-м километре Балаклавского шоссе вместе с останками младшего лейтенанта Тихонова были найдены обрывки журнала 1942 года. На них сохранились слова песни «Вперед, черноморцы». Композиция была восстановлена вместе с нотами и впервые прозвучала спустя десятки лет. Черное море, родимое море, мужеством смелых богато. Сердце большое, сердце героя бьется под черным пушлатом. По согласованию с семьей Листовых-Мукусевых песню передали для профессионального исполнения и включения в репертуар ансамбля Черноморского флота. В День народной воли фонд музейного историко-мемориального комплекса пополнился новой книгой.
Севастополь в периодике 1941-1942 годов – это сборник статей и фотографий, художественных произведений и рассказов, в которых упоминается город-герой и его защитники. Это взгляды очевидцев и военкоров на обстановку в Севастополе в период Второй обороны. Экземпляры книги вручили руководству города. Активных участников «Русской весны» наградили знаками «За верность Отечеству», которые ждали своих героев с 23 февраля 2014 года. Кирилл Попов, Ксения Богинская, Дмитрий Фомин, Юрий Рютин, Севинформбюро.